Глава района Заур Хамирзов провел еженедельное планерное совещание со своими заместителями и главами поселений. Основные вопросы, которым уделили внимание – санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе, ход вакцинации, проведение ярмарок выходного дня и так далее. Обсуждая первый вопрос повестки дня, Заур Хамирзов подчеркнул, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории муниципального образования заметно снизился, что не может не радовать. Что касается ярмарок, было решено их проводить на территории района еженедельно с целью сдерживания роста цен на продовольственные товары первой необходимости. Цены были отрегулированы. Масло растительное на прилавках магазина сейчас стоимостью 189 рублей. Отпускная цена именно масла растительного была 100 рублей на ярмарке. По данной теме ответственным лицам было дано поручение по привлечению индивидуальных предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств. Дальше. Обеспечить ассортимент, контролировать цены. Заместители главы района, руководители подразделений и учреждений отчитались о проделанной работе и доложили о планах на ближайший период. В завершении планерки Заур Хамирзов подвел итоги работы совещания, поставил перед его участниками конкретные задачи и обозначил сроки их выполнения. Глава администрации района пожелал всем собравшимся успешной рабочей недели.